Мы находимся с вами на месте бывшей детской площадки в парке Шевченко, расположенной между детской аллеей парка и зеленым театром. В данное время эта площадка на сегодняшний день демонтирована в связи с тем, что происходит замена бывшей старой детской площадки, вот, которая была еще, будем так говорить, в давние времена, в 1946 году она была здесь установлена с различными элементами благоустройства. В 2010 году здесь была ее небольшая такая реконструкция этой площадки. Вот. Ну, в таком виде, в котором она была, она за эти годы полностью уже себя, как говорится, изжила. Поэтому назрела необходимость и, самое главное, не то что необходимость, а согласно плану благоустройства и реконструкции Центрального парка культуры и отдыха имени Тараса Григорьевича Шевченко, который прошел апробацию и утверждение в профильных департаментах, согласно этого плана реконструкции и благоустройства, а это элемент благоустройства, эта площадка должна быть заменена. Эта площадка прошла апробацию, она имеет лицензию по безопасности. В данный момент произведен демонтаж прежней детской площадки. То есть то, что мы наблюдаем сегодня. В соответствии с этим можно сказать, что практически демонтаж произведен без, так сказать, нанесения урона деревьям, парка и тому подобное. Вот. Если вы увидите, то из почвы здесь были вытащены ненужные, когда-то были установлены бетонные блоки, на которых были элементы благоустройства. Если вспомните, раньше в советское время здесь в частности стоял пионер с горном, дальше стояла девушка с веслом. Это все на этих бетонных площадках. Вот. На сегодняшний день оно все демонтировано и будет построена современная детская площадка, которая, когда вы увидите, вот одесситы, все, короче, забудут, что здесь была эта старая, все будут радоваться, что-то новое. Но на сегодняшний день люди почему-то, которые здесь рядом находятся, они считают, что здесь идет какое-то строительство, как у нас всегда это обычно бывает. В погоне за сенсацией. Никакого строительства здесь не будет. Это парк-заповедник достопримечательности. Понимаете? Поэтому я вам еще раз говорю, что здесь идет плановая реконструкция детской площадки.